До самого полудня пролезала в постели, злая заснуть, но она не являлась. Хотя бы на минуту потеребонкала, сука, показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка. Хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним. Члена голова. Так, пельяница, пшеничный хлеб, оселедец, так называли длинный клок волос. Настало время рассказать вам, как... Да пошёл ты нахер, пидор! Ах ты скотина недоделанная, блядь! Иди в сопу, блядь! Второе, я могу... Обосу ебать твоей матки, блядь! Содраткор с тебя, сука! Третье... Ах ты, блядь, пульчик, блядь, банан поехавший! Конченый мудила, блядь, гнида, ебанат! Говноед, блядь, пидорос! О, блядь! Потому что водка из фруктов ни с каким пеником не сравнится. Ни с каким пенисом. Не с пенисом. Пеником. Что такое пеником, блин, не сравнится. Один эксперт! Ой, сори, блин, реклама. Большие выигрыши! Что касается... Хуй, говно и муравей, нигер, хей! Что касается новогоднего ёлки. Блин, не носли ёлки, вот прям... вот нигде... Вот... я хотела... Потом после свадьбы... мозг не ванус, пидор! А потом... 3 дня после свадьбы, целинг. Ору. Свободная касса. И думаешь, господи, когда это все закончится? Господи, ору, боже. Кстати, у меня 3 месяца назад, у меня было такое, знаете, состояние. Хуй, говно и муравей. Такое состояние. Прям им нужен, прям, знаете, профессиональный уход. Прям, ой. Очень сложно. Я тебя въебу в загробном мире. Так. Впрочем... Лохи и пацаны ебут ладохи. А, типа, бухнули, да? То есть брались учить или приготовлять детей на ужин. Детей, людей. Есть вероятность? Я хуй вам отсосу! Хуй вам отсосу, блядь! Эти печати активируются, когда их отдирают. Мы можем только взорвать ее. Сука. Вот как? Мы взрываем печать! Всем отойти на безопасное расстояние! Пизда, мои бивши, блядь! Конечно, так смотреть Наруто... Взрываю. Ничего не понятно, потому что надо смотреть... Сейчас не время... Не время, дрочит! Ну как-то... Блин... Короче, воду надо отстаивать... Нюхни трусики Навального. Короче, море волнуется раз, море волнуется пидорас. Видите, вот знаете, вот есть такие стаканы, они такие тонкие. Здорово, с Новым годом, пидоры! Есть такие стаканы, короче, они тонкие. И у меня есть такой тик, когда я могу... Короче, ну поняли. А, мама так как говорит, звонит мне и говорит... Ой, гости из Греции приехали. Это двоюродный брат позвал каких-то там родственников, блядь, я их не помню всех. И надо позвать к себе. Если мама говорит,
Привет, Стрюха. Если мама говорит, что... Ёбаный пульс на миде! Если мама говорит, что гости к нам, это значит, надо принимать успокоительное. Все, пока. Недузики, пока. Пошла грабить бордель. Ой, то есть, короче, всем пока. Пока-пока.